В составе труппы МХТ актер Олег Мазуров. Наш земляк. В последний раз он выступал на сцене Курского драматического театра почти 20 лет назад на отчетном концерте Колледжа культуры. В то время он был еще студентом, мечтавшим покорить Москву. Теперь Мазуров – актер театра и кино, востребованный режиссерами и узнаваемый зрителями. О любви к профессии и ностальгии по родному городу он рассказал на творческой встрече. Он учился на режиссера театрализованных представлений, пробовал свои силы в постановке городских праздников и писал для КВН. Актер в нем родился здесь, в Курске. Как поступал в колледж, помнит до сих пор. Учил стихотворение, по-моему, Лермонтова, если не ошибаюсь. Запомнил его наполовину. Валерий Вячеславович Рудской, который на тот момент был директором, и он участвовал в приемных экзаменах, он меня остановил, спросил, могу ли я это. Я сказал, конечно, могу. Покажешь? Покажу. Показал. А вот это вот можешь? Могу. А потом в жизни Мазурова появилась школа-студия МХАТа и Олег Табаков. Олег Павлович – это бог. Он очень чуткий, очень проницательный человек. Оказалось, что первое образование Мазурова неразрывно связано с актерской работой. Однажды Олег Табаков вместе с Мариной Брусникиной, режиссером постановки «Пролетный гусь», предложили актерам создать спектакль самостоятельно. Мы взяли современную поэзию и сделали двухчасовой спектакль большой по современной поэзии. Он как-то проходил. Но пока, чтобы себя в театральной режиссуре вот прямо так вот утверждать, я пока еще не готов. Может быть, там через несколько лет. Как-то Олега Мазурова спросили, что вы делаете, когда вам на сцене скучно? Этот вопрос до сих пор вызывает у него недоумение. Актер искренне любит свою работу. Буквально горит на сцене и съемочной площадке. Меня приглашают на абсолютно разные роли. Вот буквально недавно сыграл албанского мафиози. Сейчас вот в проекте «Вольная грамота» играю такого по весу, тоже интересная, психологически хорошая такая интересная роль. Абсолютно разные. Я купаюсь в этом, я получаю искреннее удовольствие. Курянам Олег Мазуров теперь знаком не только по ролям в кино. 22 и 23 июня в драматическом театре шел спектакль «Пролетный гусь» с его участием. Актер уже вернулся в Москву, а гастроли Московского художественного театра продолжатся до конца недели. Ангелина Рязанцева, Антон Судженко, телеканал «7».